Да, меня зовут Яна. Я девочка. Мне 8 лет. Но что будет, если я поем много конфет? Тут я умру или нет? Что же поделать? Мой представитель на нем сам. А как же поесть конфетки? Сейчас я пойду возьму снус и поем конфетки. А зря я поела конфету. Кажется, у меня будет самое страшное, да и жуткое. Кажется, со мной что-то будет не так. Может быть, мне и так кажется. Филипп, как ты думаешь? Я думаю, что у тебя будет ожирение конфеты. Если ты поешь конфету, то ты через 100 лет умрёшь. Умру? Да, ты умрёшь. А зря я поела конфеты. Если я поел конфеты, то через 100 лет я умру. Или же 100 дней. Если я одену маску Анонимуса, то, наверное, я так не умру. Так, я теперь сейчас Анонимус. Что же теперь поделать? Я нашла какую-то записку. Странно. Очень странная записка. Кто это написал? А, да, точно, это моя мама. Ну, Филипп, как я выгляжу? Ты очень хорошо выглядишь, Яна. Спасибо. Интересно, а вдруг Римори в фильме Филипп обманывает или же говорит правду? Мне очень интересно. Филипп, ты случайно не обманываешь? Не обманываю, я говорю правду. Яна, не расстраивайся, у тебя же ведь есть маска Анонимуса. Ты же ведь не умрёшь. Тогда я делаю план побега. План побега. Это очень хорошая идея. Самый крутой план побега. Хотя я не буду выходить из дома. План побега это самое худшее в мире. Потому что будет намного хуже. А что будет, если я поем еще раз много конфет? За дело! Стоп, стоп, стоп. Зачем ты еще раз хочешь есть много конфет? Ты же сегодня ведь умрешь. Не так ли? Или же не будешь есть конфеты. Но я посмотрела в интернете, что если еще раз много конфет поесть, то ничего не будет. Значит, ты меня обманываешь? А зря я надевала маску Анонимуса. А зря я хотела делать план побега, и ты не все мне обманывал. Яна, давай делать что-то другое, хорошо? Точно. Делать еще раз план побега? Нет, не то уже в этот раз. Уже что-то другое. Нормальный план. Никак не план побега. Ну что теперь мне делать?
Я придумал новый план. Делаем что-то другое. Давай мы создадим... Давай мы создадим книгу записей, где будут анонимусы все записывать. Но, а если простые люди могут записывать? Ну, не знаю, ну, давай для всех разрешим. Давай. Наконец-то я сделал книгу записей. Где там написали анонимусы? Давайте посмотрим, что там написано. Да, тут что-то написали. Это же наш мулецкий язык. Ну, наш собственный язык. Я даже не могу перевести. Я тебе сейчас без маски анонимуса. Не переживайте, я, оказывается, не умерла. Я посмотрела в интернете, что через историю это невозможно умереть. Это оказывается хорошо. Но я поняла, что мой собачка Филипп, обнимашка, он меня, оказывается, обманывал. Я же смотрела в интернете. Но я поняла, это, оказывается, было ложь. И оказывается, что невозможно умереть, что конфеты можно есть для развлечения или просто там есть сколько захочешь. Я все поняла. Теперь я все равно буду надевать маску анонимуса. Но иногда. Так что фильм еще не заканчивается. Нам нужно найти, это правда или ложь. Скажи, Филипп, ты говорил правду или говорил, что ложь? Скажу тебе правду. Я говорил, я лгал. Я так и знала. И в этот раз фильм заканчивается, потому что не говорите, что это будет самым длинным фильмом, ну или даже средним. Или коротким. Так что неизвестно.